Пизда-то поди, надо чекнуть. Сколько энергии за Буэргене? Я тоже думал, их обвес на руку идет. А кто, Бьерн передальчит или кто? Да, я. А второй? А, тот с тобой. Так, сейчас АДПС проверю еще раз, чтобы мне Форреста не очень нравится. АДПС шамана больше дамажит, я знаю. Т4. Будем с тобой общаться. Что ты не доигрываешь? В лужах не стоим аккуратненько. На 4 забирать? Не, на 5 заберешь. Да, ну ставишь. Забирай. Кто там так жмякал? Секси, можешь на меня бок повесить? О, не секси, а флешинг. Так, что с оборотнями? Стойте под боссом, кто там бежал? Хант, ты бежишь там. С оборотнями встречайтесь там, пожалуйста. Да, сейчас они так отлетят. Хан просто, ханта освободить хочу. По Сноубольтам фулл ДПС дали, потом просто играть. Сноубольта дали ли? Всех Сноубольтам его фулл ХПшным откачили, представь. Все, можете босс отбивать. Гудвик пришел со сральни. Он подтирается. А, какого мне забирать червя? Стоячего. Я этого возьму. Можете ворваться в него, пока попиздить, пока тут не появится. Все, бейте, Геру дали. Вики, станьте себе в одну точку, где все остальные амелизоны стоит. Разморожу сейчас, подождите. Бейте, дамажьте пока. Упс. Спасибо. Поздно дал. Сейчас разберем. Так, Вади Фьюри Бэр Гаррика, Гаррик Бэр Неверлайна, Карась Бэр Лоса. У меня зарезистил, нихуя себе. Дайте ребаф. Ребаф, дайте по друиду. Забери ходячую сейчас, ДК. Она здесь вот рядом заспавнилась. Вот, слева. Ага. Отверни трейда ее. Все, отворачивай трейда. Стой, пока не кайте. Не кайте, жди пока. Так лужа сейчас будет уже. Сейчас скажу когда. Еще я скажу когда. Вот теперь лужа води. Служи, великие отошли. Великие служи отошли. Аккуратненько. И только вред не поворачивай. Все, бейте за следующего. Пудлик пришел, нет? Маленький засранец. Посрал и ГП получил. Короче, наверное, слышишь прикол? Mm. Она меня плюнула, ну, выбрала цель, я нажал мелд, и мелдом забыл жить. Да? Ну, да, да, да. Конечно, ты через должность спелла можно прямое его действие. Ну, мелд уже забыл жить. Так, готовимся. Поведу его к выходу, то что смотрите внимательно. Да ты же ПВПшник. Лужа аккуратно, лужа, лужа, лужа. Я? Да будет ПВПш. А прохил будет? Попал, не спит, блядь. Да.
Че, давай теперь тянемся к ордынскому щиту, который ближе к входу. Гарри первый ебал поймал. Я вам пингую, куда идти, ребят. Сюда. Вы потом в ВВК приходите, охуеваете. Убивайся. Куда набивайся в руку. Так, шаман тотемы свои переставь и поставь так, чтобы мы, чтобы босс не врезался в них. Поставь сбоку где-нибудь. Либо переставь. Расскажу, когда будешь представлять. Обязательно тоже тотемы... Блядь, забери два, два, забери. Все, смотрим. Два, станешь босса сейчас. Смотрим, от черепа, на от черепа отошли все. Все, тотемы шамана ближе ставь и ебошь тебе босса. Это темы не вижу, шаман. Поставь, пожалуйста, по боссу это темы. Ты должен их всегда ставить. Для того, чтобы апалась РД зона вся, это ДПС большой. В ХМ-ке, блин, там каждая единица урона очень важна. За обычка тут пофиг. Ну что, тренируйтесь. Дайте фридом. Фридом? Да, какой фридом? У нас флешинг не вкачал, но не вкачим. Нет, это я там не доставал просто. Угу. Станьте кушнее в следующий раз, а череп подходим. А болот и выход. Тотемы ставь сразу поближе к боссу и бошьте его. Псина там бежала. Все, ближе станьте к боссу, чтобы потом не задувало так, как сейчас было. Чтобы ретики доставали для вас. Ну как мне сложило, я сейчас посмотрю. Очень интересно. У меня Хэнки так не пиздило, как тут в обычке. А ну ясно, 0,1 секунда, блядь, сложила. 53 тысячи дала. Freedom. Не до КБ-ха? Сейчас ГП он получит. Откинул. Он так не стоял. Так он не откидывает сейчас. По сторонам разбежались. А череп отошли. За череп на ком посмотрел сейчас. Опа! Опа! Була, блядь! А була нахуй! ГП, блядь! И черепа не видел. И метки ДБМовской не было, блядь. И чё? Вот здесь надпись по центру экрана. Кого он выбирает? Ну, ГГшник, блядь. Там, блядь, 40 человек стоит у стены, блядь. Найди его ник. Ты чё, блядь, ШПшку не мог найти? Тёмно. Что такое? Ты чё за хуйня, блядь? Да. Вот это вайпы, вайпы. Ну, это забагалось, блядь. Реально забагалось. В том мере отошли все черепа. Чё за баги такие, блядь? Два дыхания подряд. Ну вы чё, рофлите, блядь, или что? Алло, ребята, нахуй. А он сейчас, по-моему, ни в кого не врезался. А, не, не, врезался. Врезался, врезался. А в кого? В труп. А, там труп лежит. Да, он в мой труп лежит, по-моему. Подожди, то есть он настолько забаганный, что даже в трупы врезается? Да. Великолепный план. Ну в хэмке так вайпнулись. Я понял. Если то 50 на 50 не закрыли. 60 на 40 будет. Давление? По трубам. Карась, смотрите, на карася черепок поставил. Почему? Чекайте, сейчас он врежется опять в кого-то. В гудлика. Себе хаума. Нет, тогда черепок на карасе все в порядке. Какая? Он в седых холмах еще врезался, блядь. Кинь гудлик на тавшке сидит единорёв. А если вдруг никому. Если вдруг никому не нужны ботинки, я могу взять их на Дэн Смок. Ну вот смотри, Бьорн. Вот я без шеи вот дамажу. Дам на шестом месте. Ну хорошо, но. Тебе шея больше даст прироста ДПС, чем, блядь, это самое. Сколько она мне там придаст? Сейчас бы свой домериться ДПС. Причем. Блять. Ну, блять, ты 8400, ну 8800 бы точно дал, 9 даже, я думаю. Не, шея с острова лучше, чем такая. Конечно. Ну, если просто в падлу делать, ну, блядь, лучше ничего может. Да, это вот аргумент, что падлу делать просто. Шея будет не актуальна, когда выйдет с ЛКХМ. Шея будет с ЛКХМ, 277. Если бы я мейнил сову, тогда бы да, а так нет. Тем более там хапал мейн, так что... Так, трофеи я даю тем, кому действительно нужно. Сумните, пожалуйста, будет ли когда спекайся в ДД. Я все опытаю еще. Рольте трофей. Мне 50 голды надо. Так, это хина идет в ГБ на расходнике. Там рыбы всякие, там камни и так далее.
Троху их не увидеть. Карась, куда тебе? Да ты 4 собираешь. Нет, карась. Нет, ну ты видишь, никто не ролит. Я поэтому ролю. Все очень просто. Так, ботинки кожаные. Эрдру надо кому? Эрдру Дуида. Я на трансплот могу забрать. Так, колечко, выносливость. Ой, бля, крит хаст, хорошая на ретрике, на холик. Это да, ты 4 на Эрдру Дуида. Теляга, обувь. А я не понимаю, почему вы не принимаете Т4 на Эрдру. Да потому что не учишь. Ну потому что просто там потеть придется, это я согласен, но... Мы сегодня не принимаем Т4 на... А, на Эрдру? На Эрдру, да. Я запустил. Дайте либо, пожалуйста. Форест, ты тут? Форест. А рыбы не было? Да, я... Форест, заходи давай, я запустил босса. Рыба если есть. Рыбу сразу кушать. Там плащик просто просит. А Форесту умер, а что это было? О, слышишь, помнишь, Рокси у нас был на X3 АК вар? АК, ну да, помню. Вот. Сейчас на локи играю, сейчас попробую. О! Вот АК вот возьму обязательно. Ну да, он в топе был. Да. Еще один гладиатор, блин. Я думаю, он не как Кардес, но... Чё там, МП5 даст? Нет, там-то нормальный чувак. Хорош. Бля, чё ты шаман так мало даёшь? Пиздец. А МП5 можно по друидам? Пожалуйста. Ну, ему колечко надо поменять, столб... Да ну, слушай, ну, ему колечко 8000 ДПС не даст, я в столб 7200 даю. Паладины, МП5, ага, всё, спасибо. В своём МП5. Не заебайте человека. За своим ДПСом смотреть. Я умер, это топ-4. Чё, приботы бьём? Да. Одна. Я Пейте. Бьет. У меня бомжа сова тут. Я и на том не пил. А, не пил одну только. Возьми. Так, нормально? Да, ДПС. Нормально. Вот там, 15к пока что. Пока что. Да ща вниз уйдет. Это пока что, да. А, у меня забага с рекаунтом, не вижу. Да ты беги. Да. Как ты нахуй ты толпу убиваешь? Мы в обычке же не трогаем. Он тренируется. Невермастер разливает. Сын, ты 2 дня ИВК-25 уводил, поэтому он, блядь, херачит. Надо все убивать. Я еще завтра 25-ку это мне пригласили. Кем, шаманом? Угу. Кем завтра 25 пойдешь? Куда? Шаманом. В ИВК-25. С кем? Сборная Альянса, я просто так назвал. Карась. Дубовый прожми, не умри. Вот Дефюрика похили, Макс. Там все, там Аегисы... Подожди, тихо. Захите, блядь, вот Дефюрика, алё, хилы, чё спим? Ща бахнет. Ой, блядь. Макс, ты чё, блядь, ты видишь, не видишь нихуя? Глемов заливайте. Прохил приеду, дали. Да, блядь. Заливайте Глемов быстрее. Толкните, тайфуном. Мастанг. А и, кстати, владеет? Можно то самое. Мастера, дайте на огонь. Неверлайна прохил. Часть. Ну, я, кстати, сейчас ГП дам. Зато сколько АУЕ дал сразу, блядь. Череп захил, Некс, захили сам тебя. Блядь, ты быстро захилюешь, сука. А он по мане этот садится, пиздец. Дайте ему иннер. Вот эфире, дай иннер по Нексу. Уже был давно. Тотем на ману, гимном... А, гимном ману дайте. А он по ману, так все. Ну он 227 какой-то, блядь. Флешер, по-моему, блядь, а кастут холлайтом. А, мне рисальво. Не трогайте его портал, уже не бьется. А я пытаюсь его, он не кликается. Бейте босса все.
Ай, у меня уже рука болит нажимать. Одну кнопку? Да какую одну кнопку? Две, бля. У Зоркова, наверное, болит. У меня шесть. У Зоркова палец, знаете, какой накачанный? Так ощущение, как будто ты сейчас с Гудликом там рядом сидишь. Ну, извини, такие ощущения. Ну чё вы не прохиливаете метку-то, блядь? Да нахуй мой. Макс, хиль. Всё, убыло. Вагон. У нас, блядь, два хила здесь, так что надо будет третьего. Дам МСШВ. Забирать стаки быстрее. Мастер Ауэр, дайте на огонь. И баньте мобов, баньте мобов. Бан работает, кстати, обычно забыл. Босса добивайте, просто мобов баньте. Что? Так. Блять, сколько можно писать этим паладинам? Может, каску кто-нибудь даст? Кто-то, кстати, кто бафал каски, дал нам вместо каски МП5, три паладина, кулак и МП5 на себе вижу. А, каски не было, да, на магах, кстати. А, вот почему ДПС так мало. Некс каски дает. А, стерлинканите ДПС, посмотрите, там что забагалось. Да ты вообще внизу. Спасибо. Блин, паладина, тогда поставьте этот самый. Ну, блин, нет, это даже не жгуды, как бы. Клевета. Невер, ты пятый. Можно быть ниже Гудлика. Четвертый. Пятый. У меня показ пятый. Ну, и на стриме смотрю, пятый. Дуатова обогнал. На каком? В смысле? О-о-о, Невер. Четвертый. Ну, бля, я не лутаюсь уже полтора месяца. Камон, конечно. Ну, как и все, в принципе. А, как и все. Как и все, блядь. А карась не хилит вообще. Как и все, да, подтвержу, мы вообще не лутаемся. 600 тысяч на хиле у карась, ты шо? Вообще ни разу не был. Ухуй. Фу, блядь. Ну нахер так потеть. А, блядь, отслеживание животных поставил, понятно. Я не понял, вы сейчас угорнули просто? Что, Гудлик на карте показался? В смысле, нет. Вы на Нексе что не говорите, он у вас топ по ХПСу, блядь. Хули паладин, блядь, конечно. Так, а я в основном метки прохиливал, они идут в этот, кстати? Нет, не идут, конечно. Наручи, тебе надо или нет? Я серьезно, чтобы... я просто хз. Ты надо, тебе... Заткнитесь, блядь, не бесите меня. Наручи надо или нет, с хвостой тебе? Крась. Мне просто... нет, не надо. Я за ГП их не буду брать, они мне не нужны. Плащ на танк. Новый спек. О, давай я возьму. У меня нет плаща. Нет. А этот, тут чертеж на кузнечку паролем? Нет. ГБ-щи идут. Ну, потом я тебе дам, возможно. Так, где там код на пасе, Гарик? Я. Рокс, вон, посмотри, прям хорошо напрокала печать. Прям. Да. Гарик, какой там пасе вообще? О, пятый. Там у Ковараги проблемы с чаем какие-то. Хорошо, иди. Так, и арбалет. Что там? Да, арбалет. Ханты там. Не. Хуйня. Поставите шкаф, пока там ковараги отходят, мы с ним слетаем. Либо островной, либо ИВК, либо. Ну, либо ИВК десятка, либо ИВК на спятку. Все, давайте. Так, что у нас по ДПС вышло? А сколько тренер дает ДПС? Ну смотря где. Ну 9 да. Плюс. 9 плюс, да? Угу. Может даже больше. Все плащ этот нужен кимчик? Боешься просто, он ГБ пойдет. Не, плащ, кстати, неплохой, я поддел бы сам бы такой. Тыкните, пожалуйста, шкаф, присвоните вара Рокса. Я подумаю. Ну что, будет сегодня пригород? Ну. Саш, я во втором вот... рейде, в первом нет. Вот такой бы плащ, это агильный, на ретрика поделал бы герой. Вообще. Не, герой базара ноль. Красиво.
Кто там нахуй? Чей это пет? Ой, блядь. Нелло, сука, ты тут? Деремся, давайте. Да давайте, похуй, погнали, блядь. С рудах, блядь. Сука, у меня, блядь. Заебись ты пьешь кофе, нахуй. Падайся. Блядь, если бы это 50 на 50 было, бы тебя разорвал бы, блин. Блядь, второй раз такая же хуйня, может, блядь. Слава богу, это не 50 на 50. Да. На его бы каждому по 500 рублей на карту переводил бы. Оо. Так, это неплохо. На 50 на нуба и... А, дайте еще раз сумму, пожалуйста. Да мы вайпнулись. В смысле, рче дается, когда пул босса, а не... Это самое. Так все не было даже ночи. Все ушли, один элло остался. Это уже понятно, что... Запускаю. Что-то Алина пишет на непонятном языке. Она говорит, так а хули рче, если ясно, какой босс. Раунд. Алина ругается там просто. Да, она матерится на... В армии там... Вот это, блядь, там... Научили там ее ругаться. Раньше приличная девочка была. Да, конечно. Алина. Да. Без автомата, как солдат без автомата. Я тоже раньше, когда военным был, тоже ругался. Армия доводит. Там другого языка просто не понимают. Мотив там забыл. Перепутал. Там просто не то, что языка понимают, там просто вы разговариваете, а не имеете на другом языке. Хрипаты и все. Проверку запусти. А там нет, там не видел, как общаются офицеры, блин. Ну как офицеры? Ну, сейчас пока ну, это да, самое. Блядь, я скоро не все блядь, это, блядь. Как его. А ну, сука, нахуй стать, блядь, пусть ебаный, блядь. Уже вот этот язык, блядь, такой вот. Стыкнуть, пытаться точнее. Это в пехоте так, на флоте по-другому. У нас был полкан, нет? Плащ-интервизист, хотя у меня это... Полкан был, который за минуту полторы, наверное, мы стояли в столовой, и он толкал какую-то речь, и 147 раз... Дайте со мной. Кстати, сначала от Сука ХМ вышло. Короче, в том так, поставьте начнем шкаф. Рейд под на Изна, по-моему, Толян Собичка перевышилась, потом Сука ХМ. Короче, сначала... Дуат, ты тянешь, вот, начинаешь тянуть, небес. Через, уже даже второй, Акула, третий Секси Тролль. Секси Тролль ты уже в рейде ловишь. Так, Секс, идешь со мной на левую сторону. Будешь хилить меня. У кого спек хила еще есть? На Нексуса рвутся, скорее всего, блять, вообще в ткани весь, блять, в кольчуге. Да, Нексу будет плохо. Какой-то пиздец у него, блять. Я ему сейчас дам броню. Че, надо похилить? Ну да, желательно. Давай, Войт, спекайся. У тебя есть хил спек? Конечно. Спекайся, а, у тебя есть? Все, тут не надо. Че, спекаешь? Нет, первый играйте в череп, потом крест. Так, короче, Вов... А, Вовбру у нас нет. Рокси, сядешь на мага, это крест. Костыль разбиваешь. Дуа, ты сядешь потом на ромбик, разбиваешь ему косты. Ну, как и в Гере, короче. Сначала заливайте все череп, потом уже будете, буду говорить, кого заливать. Сначала... Главное, мага, блядь, сбивать ему косты, это очень важно. Все, давайте череп. Станьте все под щиты альянса, хули тут столпились. Да, вот по правой стороне. Быстрее, ребята. Не тяните время, пожалуйста. Зарун хорошо на дерево сядешь тогда. Вообще на пол. Я тут извиняюсь. Опять гудлик. Это не я. Все, все готовы. Добавим пул. Некс, можешь ауру броню поставить 5, на себя. И выпей фаску на броню 3, уже. 2, 1. Тяни, тянем. Ну, а был... Квадрат в рейд пошел. Квадрат пошел в рейд. Вместе с трусами. Контрольте. У меня эти горы написаны. Цепнулись. Контрольте. Контрольте. Череп и ой, квадрат, трусы контролем. Вихри давайте и так далее. Геру дай, шаман. Геру. Некс, что ты уронил меня, блядь? Води, подними, иди резни меня быстрее. Печенька в рейд идет тоже. Контрольте ее. Я сейчас убью меня, крипнули, убили. Катите, мобов, просто контрольте и катите. Трапы расставили? Я умер. Блять, сука. Химера, каток. Все, продолжайте бить пока. Вс,
все. Это самое. Квадратик от лида тоже оттяните. Next addition на меня отвяжу. Крест играем. Череп добили, крест играем. Играем по кресту. Квадратик от рейда отвести. Тусы тоже, контрольте. Кайте тебе, блядь, сука, мобов не сотни на месте, блядь. За рун, ты стоишь на месте, тебе рога сидит, хуярит. Кайте его, блядь. Крась, подними кого-нибудь, кого видишь. Зоркого подними. Гарик, подними Неверлайна. Квадратик ко мне подтянуть еще, тяните его. Грипните. После креста играйте все по ромбику в цвете каст. Потом играйте все в этого. Трусы играйте. У меня ШП, наверное. Угу. Пуржите, не забывайте пурж шаман, здесь поле, там с этой цель, которую убьем. Все, Next, иди на меня, хиль, пожалуйста. Next, хили меня. Разбить каст. А что за море, ребят, у нас летают, алло. Так, убили рогу? Трусы убили? А, вы еще крест не убили? Сука. Не убили, не убили. Next, ты будешь хилить или нет? Или ты будешь хунец там, блядь, к концу ковыряться? Чем ты там хилишь, блядь, меня? Катите мобов быстрее. Квадрат, ромбик. Ой, ромбик и печеньку. Печеньку, квадрат, то есть. Ну, там убирный тип, что ты мне это хочешь? Крест, да? Давайте, крест, бейте, бейте, больше ДПС. Масферы дайте, вары. Гарика, Боб, по Гарику, Боб. Кас, кресту кас били. Бейте себе быстрее крест, алло. Мобов просто катите, все. Все, отлично, играйте сейчас по звёзд... по трусам. По трусам. Ромбик потом запинаете. Сначала миликов вывести на застроя. Маги переключились на шипы. Шипайте квадрат с печеньку. Можете корни кидать у них. Можете кинуть вихри, друиды. Работайте быстрее. Приоритет печенька, квадрат, законтролить. Печенька, квадрат, законтролить, блядь. Маги, алло, у нас два мага живых. Где шипы, блядь, по квадрату? Печенька вырвалась с контрола. Вихрь, воет, кинь вихрь кому-нибудь. Опасные мобы, квадрат, печенька, их в контрол надо кидать. Шаман, кинь лягушку кого-нибудь. Печеньку либо квадрат. Не забывайте пужить. Хилов вражеских расфиряется тоже. Локи, по возможности. По враже беги. После трусов по печеньке сыграем. Густаните там нормально. В смысле, я сдал две, а вот я сказал, что сдал три, а сам сдал две. Что я не сдал второй? Тихо. Печенька в сукиньте. Лока сейчас убьет печеньку в овцу. Печеньку в овцу, блядь. Еще раз повторяю. Там нету дот на нем. Там диминиш, может быть, овца лакать. Не, печенька бегает по КД без овцы. Ладно, играйте печеньку сейчас. Квадратик просто контрольте. Квадратик контрольте, печеньку играйте. Печеньку фулл ДПС дали. Ой, блядь, сука, маги тут. Я сейчас НКП нахуй обоим дам, блядь. И тебе, блин. Почему, блядь, вы не можете шипать, просто шипнуть. Зорки мертвые. Киньте шип. А, все, сорян. Что-то я... Хулипау, тебе сейчас заняться начинать? Вихрь дайте по квадратику, либо корни. Некса сейчас вернет. Бля, ну беги ты от него, что ты стоишь перед ним? Ну специально стоишь, чтобы типа, блядь, удар всех принес. Там вот я его вижу. Ну, вар не сильно бьет. Он больше ДК пробивает. Я на себе... О, хорошо. Ты не драку даешь. Поток подбивать надо. Печеньку играем. Контрольте вражеских хилов там. Почему у нас бегает друид и их... А, все вижу. В хиле бегает. Киньте бан друида. Дерево. Корни в квадратик. Гарик, можешь?
организовать. О, нет, не можешь. Все. Гарика прохил. Гарика прохил. Вовка, да, это... Можешь поднять кого-то? Не надо. Так добью. Хотя подними там, не знаю, кого-нибудь, любого, кого видишь, ДПСера. Лока подними. Гудлика подними. Да, Гудлика подними. У нас контроля по хилам нету, он опять кастует по КД. Так у тебя КД же на БР, что ты говоришь? Да, КД, кстати. Квадратик законтролить. Квадратик контрол кинуть. Корни там, не знаю, вихрь. Ромбик указ, бейте кто-нибудь, любой милик. Он кастует, где стоит. Все. Потом поиграете по квадратику. Да тут бы пробить бы хил. Ну вы пробиваете нормально, немножко бой затяжной будет. Ну полрейда по смерти, так не да. Да он сразу с пулу кончено пул, блядь. Меня уронил, блядь, этот Некс, не знаю, чего он не хилил меня. Великий танцы тебе печеньку. Дай лол, ходи. Угу. Все, идите квадрат бейте сейчас. Да не давайте не квадрат, давайте ромба добьем уже, он ватный. Ну вот давайте там, Нелла танчит спокойно, хильте просто Неллу и все. Бейте ромбикси, ромбик бейте. Мана есть, гимны какие-то, иннеры. С ним дай гимны мана. Гарик. А, только да. Карась, у тебя мана есть, ебани мне имя. Ник, скажи кому. Вой. Рога, сядь на кого-нибудь хила сейчас. Разбираем у костыря. У нас БР КД, ребят. Сейчас от КДшится еще время нахуя. Да, ну сейчас вот... Куда тебе бейте сейчас? Куда отбили? Лучше на валик оставим. Да, ладно. Да мы пока добьем, мне кажется, от КДшится уже. Блять, еще шапешка еще живая, вижу. Да, надо будет БР резать. В дефюре дашь БР по Гудлику. Карась по Дуату. Гарик по... Умери дашь. Давайте еще посыграем, звездочка. Блин, вот бы классно было, если бы у них пал вместо бопа ручки давал.
Не вижу ничего классного в этом. Вставай, Гудли. Казали, Бэр. Такой под Герой влетаешь в ружку, а... Тихо. Он дает ручки. Ну не сути, все. Блат, вставай. Алмерио там есть, кстати, тоже. Кто там изначал? Или не оставай? Блядь, дерево на меня загнулось. Бешеное. А, бей сейчас по деревцу. Да его, давай вот шамана, дерево банька по контролю. Ну давайте, короче, бейте крест, сейчас поставил крест. Потом дерево будет играть. На паладина ничек сядьте, просто ему пикайте. Рога сядь паладина туда. Будь здоров. Я кашу. А вот рыбак. В общем, здоровья тебе. Земля пухом. Бог простит, а я запомню. Будь здоров, земля пухом. Трёхсрайт, бля, до сих пор с Монти Ди пьёт. Чё? Ну это ж ты сейчас пил только что. Нет, я вообще замышленно сидел. Хорош, ладно. Ты у меня просто ассоциируешься с бульканьем воды. Прости. Я думал, это шаман Хилл. Форест, который. Или это другой какой-то. Написано main lamp, да? Говорили, какой-то шам появился. Не знаю, беру на ФК. В смысле ФК? Да, ладно. Чё? Я говорю, шаман вот этот, я думал, хил, Форест. Нет, он лема. У него нету хила шмота, но вроде говорит, что умеет играть хилом. Говорит, есть опыт на хиле, поэтому я и говорю. Нужно подтверждение. Хорош, молодец, сильный. Все, ресните меня, пожалуйста. Сух. Это плохо. Что, фриг упал? Как фриг? Прига в левую руку, две. В принципе, можно мне и забрать. Ну, в принципе, сейчас играю на посту там. Они не поедут. Заберу поиск, короче, себе. Почему мне не 225, а один с ОД дали? Как понять? Ролим. Крась, тебе надо ботинки эти на хила? Хорошие. Да, нет, нет, не надо. Нет, у меня они есть. Как скажешь? Вот на мои посмотри, Бьёрн. На свои посмотри. Новый спек ботинки. Холи Прист и Рестро Друи только им. Холи Прист? Так, Води Фьюри, останься в хиле, пожалуйста. Да я знаю. Не Води Фьюри, почему чё, Води Фьюри? Сверки? Так, сверху ловит, короче, я соло танчу. Сверху ловит у нас Дуат и...
Игарик. Давай, Игарик. Ура, настало время. Ой, бля, пиздец, на пулю заебусь. Дайте рыбу, дайте рыбу, дайте. Дай нам дошка. Я сочинил поэзию про Алину. Может, еще раз зачитать. Дайте лапу поварам, пожалуйста. Ну, вообще, лапу дайте. Рыбу дайте. И геру хочу. И геру дайте. И бафы дайте тогда, что уж там. И рыбу дайте тогда. И рыбу дайте. И рыбку съесть, и съесть. Так, и чарку на ноги, пожалуйста, на 12 тп. И 10 каголды дайте еще. А Диане Мерлина оформите, пожалуйста. Веща. У вас так, 4 хила. Короче, я беру все левальки. У вас 4 хила, что это пи. У вас Некс, Войд, Карась, Интунима. Мишка, бери белую. Спасибо, Кэп. Дайте рыбку, пожалуйста. Солю рыбу. Можно курицу, если есть. Буду ловить все подряд, чтобы вы бонус не лутали, понятно? А, кстати, это... Насчет курицы. Есть у кого-то... Чего? Ну там призывается курица, которая дает на 5 минут 5% хосты. Ты знаешь, что рассказывал? Ну там типа рандомно вроде баф, может нихуя не дать, а может дать. Ну у меня нету. Это не я сказал, я сказал. Дуат, я тут ловлю. Ой, здоров. Да блять, я кашлю, ну. А что, здоровым не забыть? Дайте ему ГП за агрессию. Кто в себе дай ГП? Не буду. Почему? Ну, я просто не агрессивный. Зря. Гомосексуалист, ответ. Все, добьем пул. Напулите, пожалуйста, на меня. 3, 2, 1. Да. Скучкуйтесь. Понятно, ладно. Веди. Я веду, да. Как лагает. Продолжаем, без ничего не меняем. Ой, прожаться надо. Вам, да? Вам что я дам? Да не надо. А я уже дал. Я прожался уже. О! Ой! Поднимите босса, босса, подними. А, у нас когда я блядь. Как ему служило нахуй? Я взял. Танчи туда. О, бля, ладно, сейчас половлю. Готовьтесь. Продолжайте бить, я не вижу, у меня все забахло. Да, продолжайте да, бить, да. На гарика на пол. Как избейте каспу, конечно. Убивайте. Что, ведем? Да, переводите прямо сейчас. Переводите. А зачем, если вот это самое? А нет, стой, белый. Стойте? Ну, что делаете? Я, блядь, не тебя пошел ловить. Темный портал, возьмите себе. На пульте, да, на пульте сейчас, босс. Блядь, Некс, что ты не дохиливаешь? Мне не нравится, как ты хилишь. Алло, а что, у нас босс идет это? Забери вторую, Гарик. Ага. Переключились. Белый портал взяли и переключились в ромбик. Белый портал, ромбик бьем. Прожимки дайте. Быстрее. Сбивай. Хорошо. Блин, отлично, молодцы. Переводи потихонечку. Да, сейчас. Бежим. Прямо сейчас переводи, пока чисто.
Так, Райс, по откату мне бердаш. Нажмитесь. Фиолетовую одну. Нет, Алмаз. Все. Алмерия... Винвиз, либо копий сдай. Либо по Алмерии Сальву дайте. По Алмерии Сальву помогу, быстрее я. Сейчас сорвет агро. Светлый остаемся. Я тоже буду. Нравится бить. Молодцы. Посмотрим спецспособность через 20 секунд. Карась, дай БР. Лежу возле белого портала справа. Ну, пока поваляю, смотрю спецспособность, ждем, смотрим. Бьем. Бьете, продолжайте. Стою, хил. Я сам чего? Че, я дотанчу тогда? Не-не-не. Ну а, ну давай тогда танчи босса, я подрываю сверху. Какой там белый портал у вас, да? Да. Все, ну тогда. Нет, надо будет все равно будет менять, либо. Ну, до конца уже стоит, короче. Зачем белую ловите? Я темную ловлю. Кабанку выбежу же свою. Да нет, я выбегал, у меня одного не хватало. Так и мне, блин, одного не хватало. О, по-моему, слетит. Это последний будет. Угу. Взяли темный портал. Взяли темный портал и бейте звездочку. Быстрее. Жимки можете сдать. Но! Есть. Добивайте босса. На тоненького. Да, чё, пиздец на тоненького. Невер здесь? А, да, чё? Нашёл. Войд с первой части прям скинул с самого начала, как раз таки вырезав. Ну, то есть после того, как Абулок зачитал стих. Понятно. Это Войду проси, у него запись по-любому есть. Чё первая часть? Первую часть ты выпустил, и ВК-25. Там уже видно в гельчате то, что Альмерия угорает и говорит, ля ты красава. Это как раз после того, как Абулот стих зачитал. А, ну да, значит, я не записал. А нахуя вам мой стих, блядь? Да прям отдельно его скинь себе. В мемы можно положить. Да, в мемы даже можно. Прям видос такой. Хан, надо котик хант. Нет. Кстати, хантику, возможно, у него вообще такой, такие сипухи. Так, все, я в сову прыгаю обратно. Мерлин, я себе заберу Мерлина. Не-не-не-не. Лед я нажимать, блядь, не буду, нахуй. Если кто-то нажмет из ДКшников, блядь, мне ГП, нахуй, не давайте. Я не нажимал, блядь. Мне смешно. Че, мне в мишке остаться? Дуат просто побольше меня ДПСа даст. Ну давай, тогда в мишке оставайся, босса потанчишь, я на трэш стану. В блоке не, попробую. Надо будет уводить, нет? Не. Сразу двоих держать будешь? Да, только ты отведешь босса от лужи. Я понял. Да, мы будем ПХМ. Идите нахуй эту свою ебучую походку ледяного. Доброе утро. Все неутомимое душит. Алло, ДКшники, просыпайтесь, кто там, блядь, посмеяться решил? Да сразу всем ДКшникам ГП прилетит и все. Хаваю, сижу. Вот, из принципа, Войд, скинешь видео, блядь, найду, кто, блядь, нажимал, блядь, пятихатку каждому. А как по видео это можно понять? Я сейчас всем дам, смотрите, открываю ПГП и всем ДКшкам даю ГП. И не сниму, пока не выключится. Так, я клянусь, я не нажимал, блядь. Поехали, первый пошел. Раз. Саш, забери. Убрали уже. Левую руку и трофей. Забери себя. А, бля, точно. Быстрее. Чё, как у вас там дела, ребят? Ой, это кто такой пришел? Ой, Кубо, привет. Это я. Целую тебя. Учусь хилить, Кубо, первый раз хилю энергию. Кто хилил? Ну, учусь. Первый раз хилю.
Открою вам секрет, если вы вниз смотрите камерой, вы можете насквозь воду пройти и удариться об землю, и также умереть. На Сириусе баганая вода здесь. Не, тут, короче, если доски падают, на доски можно ебаться и разбиться. Кубав, ты мне расскажи, как... У кого было это включено? А было морфу, да? Нет. Сижу, нахуй, сижу, блядь, алло. У два вроде бы. Нет, лос, либо было... Я такой херню не занимаюсь. Мне кажется, Дуат так может страдать, не? Да Дуат это процентный, блядь. Да это Абу. Он Сексидрон написал, что это он. О, сознался. Вы заебали, блядь, не я один хуй плёт в гильдии. Так, конечно, Гудзик еще, блядь. Гудзик еще второй. Вы же два брата. Короче, я рецепты сейчас я в ГБ скину, блядь, там уже потом. Че вы на Гудлика наезжаете? Да, как, кстати, можно рельсы на кузнечку получить-то? Через постель. Вот найдешь девушку. На этого, на это. Да это я уже понял, что через постель, блин. Ну надо тебе девушку. Один носить. Тебе рецепты забирает, второй в ГБ, блин, их кидает. Да не, я ничего себе не забираю, я все в ГБ кидаю. А я не вот, надо замуж сделать девушку какую-нибудь найти и с ней переспать себе, и потом когда ты рецепт получишь. Ну там умерение. Тебя так пожелали. Удача. А как у вас деватор пьет? Вы на ком? На нубе только немножко задержались. Слота нет? Есть один. Давай это на кого-нибудь. Ой, заходи на кого-нибудь, да. Дон, давай, да, заходи. Вон, на шамане заходи. И во второй рейд давай с нами. Не, я во второй рейд пойду на шамане сейчас. Хочу чуть-чуть это... Если там есть токены, то надо подлутаться. Нет, токены нет. На всякий случай. Мне один токен нужен. Я флеша загоню, там флеша по-любому токен дам один. А, ну все, тогда ладно. Так, заходи тогда на таб и шкаф ставься. Если будем попробовать по той тактике, которую мы пробовали. Дон, организуй второй рейд, и мне там малого спать надо ложить. Жонка гуляет. Коварги, оформишь мне камень на всякий? Караваги. Караваги. У нас тандем. Как там химера? Ой, какой краб большой был. Чё? Химера. Ну, так сяк. Давайте я ещё напомню. Переодень. Я не помню, у тебя плохое настроение, что ли, или чё за прикол? Тихо, блядь. В личку, пожалуйста, все вопросы. Так, значит, смотри, одну лужу разливается тут кто-нибудь, и там одну. Донт, мы будем по хэмэрской тактике бить босса, выводишь... О, сангарик, значит, босс. Ну, выводишь, короче, подальше. Понял, да? Че, выводить все-таки мне его? Вот сюда вот выводишь, вот где вот я стою, прыгаю. Не, я про то, что подальше. Когда там жуки будут, не надо выводить клички. Так и стоять на месте с ним. Да. Ну все. Потом, Абула, ты грипнешь сверху под меня, окей? Невер донт, вы отвечаете за напулы у меня. Все, дайте донт. Да, все. Блять, весь ДПС даем в босса. Как босс зарывается, мы сразу начинаем его вешать. Милики, встаньте, Саш, с этой стороны. Где ассист? Блять, кто в МП5 дает спалов? Кто-то дает спалов. По друям поебаните, пожалуйста. Милики, встаньте с этой стороны, потому что пулять я буду отсюда, чтобы вам бежать, ДПС не терять. Ага. Вот где я стою, медведи. Сейчас попробуем. Так, вы в 3-4 хила, да, идете? Да, выхилим. Все тогда. Все, ДБМ пул даю. Максимально пропустите босса так. Под наполом его. Да, в Гарри кончит. Поехали. Гриппы. Все, иди, я забью. Так, ладно, ладно, пойдет. А зачем вторую разбили под боссом, скажите мне? Нахуй это сделали? У меня стан, сорян. Блять, лагает у всех? Нет. Пиздец, что-то лагает. Дуат, что ты делаешь? Объясни мне. Что он сделал? Он танчит. Блядь, Дуат, ты сказал же, блядь. Нахуй ты тут танки нужен? Бля, пробивает все равно, сука. Сильно? Ну, так. Ну, слушай, тогда, когда мы в ХМ-ке били,
Тебя, конечно, пробивало, я хилил, но не так. А потом, когда другая четверка вышла, там уже вообще колбас. Ну, я отражусь туда сейчас на следующую. Кра, сядь на Бьорна, пожалуйста. Наверное, пуля меня там моб вызывать приходит. Слушай, я могу тогда... Все, вы идите в трэш играйте. Все по трэшу сыграли. Я могу вывести его с лужи, чтобы... Есть. Эта хуйня, короче, надо заливать трэш будет. Не хватает мне блока чуть-чуть. Падайте, короче. А сколько вы ставили босс, кстати? 70. Слышишь, Бьорн, а у тебя показывает, сколько вот у тебя в блок уходит, а сколько остается? Встаньте все в шипы, встаньте все. Ну, мне не такая, мне не хватает 20%, ой, не 20, а 12% блока. А паладину проще набрать, кстати, блок. Мне надо тринку выбить, все, я вот тринку делаю через 3 дня, все, и у меня готовый блок. Ну, нет, еще, блядь... Не хватает, я прохилил. Просто хасты не хватает. Ну, прохилил бы. Ладно, сейчас... Холипал говорит? Да, это Холипал говорит. Да. А сколько у тебя сейчас? Да, у меня 1.5 каст. Ну да. Да был бы 1.2, я бы себя вообще нормально чухал. Но а сколько 1.5... хасты-то? Ну, не, я так полагаю, что мало. А сколько цифра какая? А зачем тебе эта информация? 6. 228 по 1. Конечно, мало. 500 есть? Так, меньше. Что-то мало. 500? Ты о чем? Нету 500? На карту Киви. 360. А, нихуя себе. Ну, он, видишь, он весь в инту вбит. Нормально, это пока такое. Да, ну 1.5 каст для... Давайте быстрее, мне уже уходить надо. Дуат в ДД спекайся. Вот это. Я бью Анубу, не могу понять, что так резко срывается. Давайте этот, устроим дискотеку и будем в одного босса играть. Чё, я тогда одного моба хватаю на себя? Можешь, в принципе, я выдержу двоих. Потому что тут на пулами было, то есть. Давайте, Арчина. Так как бьем? Да еще, просто я... под боссом. Я под босса заводить здесь буду, всё. А просто... если кого-нибудь джипс поставить могут? Нет, пожалуйста. У тебя вару, у тебя паладина. Каски бафните. Приста баф еще. Поставьте джипсы, пожалуйста. Есть джипсы кого? Ну, поставим сзади. Каску под друидом, пожалуйста. Сейчас все раздам. Бля, быстрее, уже второй рейд должен начинать, но пацаны, быстрее, быстрее. Пускай лучше делят мобов, тогда точно не сдохнет никто. Че, ты босса держишь или я? Ты босса держишь, ой, я враги, держу. Честно. На бэмпу. Все, это по центру. 5, 4, 3, 2, 1. Грипните сверху только под босса. Да, под босса грипните любой. Все, ладно. Разбейте его. Угу. Все. Сейчас чуть-чуть поверну. Я правого возьму. Я всех заберу. Да у меня стан был. Через череп играем сначала. Свечитесь. Хорошо. Кто сферы рушит? Я поставил череп, блядь. Хули вы тупую, блядь, сейчас. Чё вы ебашите? Босса играйте, босса. Моб заклеивается просто. А нахуй тут две лужи? Нахуй тут лужи разливаете, блядь, ёбальники? Чё вы делаете, блядь? Сука, вы бесите меня, ребята, вы чё творите? Кто-то, блядь, лужи только поразбивал. По трэшу играем? А нет, бейте босса пока, потом трэш побьёте. Сейчас взрывание уже будет. Бейте трэш, ой, босса пока, успейте. Всё, теперь босс, трэш играйте. Разбегайте. Видишь, сука, тут, блядь, разлили лужи, зачем вы тут только сделали? Ну, беги. Кого уж, зачем мне бежать? Давай, давай, сам на себя кинешь. Не бить, я сам себя бог дашь. А то страняешь, бить одну сферочку. Я залил.
Мобов играйте, чего вы просто так бегаете? Мобов играйте сейчас. Больше по мобам даем. Все, и сейчас череп, на комбу череп сейчас у нас. Флешинг даже боб по человеку. Форест. Форест, ставим возле лужи рядышком. Не туда, выйди с лужи, беги к нам. Боб, дать ему боб. Все, за 2 секунды до окончания боба зайдешь в лужу. Беги, беги, беги в лужу. Да дади в лужу. Все, беги в лужу. Не в эту, не в эту, хантовская, быстрее. Все, успел, блядь, слава богу. Убейте пока, ну или на пулу дайте. Все. Мелкий трэш, убейте пока. Да подводите под босса. Я сейчас массакр, ну, там. Ханты, не ставьте свои трапы вонючие, блядь, людей сбивайте с луку. Пиздец. Ну а нахуй ее ставишь, зачем, скажи. Ну тебе дать мобов, это первый трэш. Вот, но мобы стаки не стакали. Ну то, что челик не может посмотреть, что это трап ханта лежит, вот это не наша проблема, Саша, сори. Белый от голубой отличить, это странное дело. Они разные цвета, да. Так что можно себя бафов увидеть, да. ДКшный этот. Да тихо вы, Ренвизер ресить. Да, реси. Добейте босс. Бля, опять лужи разливаю, вы чё угораете? Трэш. Ребята, сейчас мы вайпимся просто, я уйду, мне сейчас уходить надо. Череп играйте. Чё, выдержишь? Да, конечно. Кстати, чё одну разбили, нахуй разбивайте, я не знаю. Я не знаю, кто-то ауешь. Будет боб, нет? Нет. По мне БР крась дашь. Я дам тебе. Это если успею. Все нормально. Гудлик. Гудлик лужит. Бобов больше нет у нас, ребят. Просто бегайте. А, подождите, то есть боб у меня был, но ну, ладно. На пути не стой. Не будет Боба, не будет, заходи. Заходи, Боба. Я сказал, что не будет Боба. Да он и Ридар. Дайте мне это сам. Каску, пристабав на ХП и лапу. Лапа есть, каска есть, пристабав на ХП есть. Стали в лужу. То последняя, кстати, разбивка будет, по-моему. Забегай. Все, далеко там. Все, да, на максимальное расстояние возьмите этот шипа, от череп беги и не забегай, блядь, после босса. Залейте сначала мелкий трэш. Мелкий трэш залили. И в босса. Одна пачка трэша успеет залить. Мелкий трэш залейте, просто дайте уешку. Босса. Череп, блядь. Зачем вы стан отдаётся? Раньше времени, блядь. Я ещё босса не поставил, уже хуярить его. Мелкий против. Вот нахуй ты, Элмерия, хуярил его, скажи, пожалуйста. Нахуй вы ему стан даёте? Блядь, такие тупки, пиздец, Геру, блядь. Геру, шаман. Геру, дайте. Быстрый моба убейте. Я озвучу, там, когда в трэш играть. Только на фук держите. Под жопу вы собрались? Стак. Да, вот двух танков на фук. Моб вышел. По черепу поиграйте пока. Я взял на себя. Да я убил по мобу, надо не оставить. А. Хан, сбивай метку. Босса. Так, Дон, накинь, пожалуйста, ЕП, распредели лут, я тебе дам. Значит, я ЕП надавал уже за майки, как чисто за их дашь. И лут распредели. Я это не дать надо. Точно. Ну, пожалуйста. Да! Кто-то там радуется ботинкам, да? Ренвизи радуется перчатками РПБ. Чё, Бёрн? Единственные ботинки, которые надо кайфить, блядь.
Да, паладина. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Донт, это что такое? Сильные бойцы всего Азерота. Вы избранные. Что с ДПСом? Не, в пустыне отдал. У меня все в КТ в начале было. И посмотри, проки у тебя на первом месте, тропа Т4 у меня на 300 тысяч меньше. У меня разрывных количеств у тебя какое? Ну, я, по-моему, хуй заберу их. Эти ступни. Так, а что, пояс я уже кидал, да? Кидал. Да. Эти перчатки. Гудлик, ты там внизу, успокойся. Мне на разрывных на 8 больше всего. Не, в одну бы Гудлик на первую. А бу-бу ворвался. И тут секси тролль. Конечно. Секси, у тебя же все равно пау мейн. Так у него же твинг секси тролль. Ну, Рендризер это мейн. Да, Бу там этот, он выше, чем я. Не, Бу, да, куда без Бу. Сколько вам, Саша, епешки дал уже? 600 давал. Загровый магик дал. 600 дал. Да я не знаю, сколько загровый магик. Ну ты же секси жадный. Отдай, чтоб не помню. Не, секси отдаю. Че, трофей надо там, прием? Так, ну че, вторая пачка собирается. А, Донт. Ну да, сейчас вторая. Трофей. А, что? Что? Трофей надо? Мне? Да. Нет. Не надо, на Эрдру. Ну, боже мой, будет. Не, секс-тролль. Да, ну ты хпс-то видел, он нормально ж хилит. Да, он хилит лучше, чем на этот карась. Лучше, чем, наверное, даже на ханте. Я вон, когда в ВВК-10 ходил, с нами Карло, выпали ступни бисовые на солушку.